На лед приглашается Елена Костылева, Московская область. За Еленой Костылевой всегда интересно наблюдать. Елена Костылева – это свои 12 лет, уже признанный мастер, как минимум, технической составляющей фигурного катания, но и владея и тройным акселем, и четверным тулупом, и четверным сальховым. Эта спортсменка готова претендовать на самые высокие места на тех турнирах, в которых она принимала участие в прошлом и будет принимать участие в наступающем сезоне. Победительница первенства России для юношей и девушек в Казани Елена Костылева представляет нынче Академию Ангелы Плющенко. Такое ощущение, что чем-то недовольна сама спортсменка, хотя вот эти вот ощущения, которые нередко мы любим делать со стороны, и болельщики этим грешат. Ну, согласитесь, ведь делаете эти выводы. Они зачастую не имеют ничего общего с действительностью, а что касается действительности, то можно отметить, что никуда совершенно не делась вот эта прекрасная легкость в прыжках Елены Костылевой, прекрасно слышит музыку, хорошо интерпретирует ее эта спортсменка, и будет очень и очень интересно понаблюдать за этой фигуристкой в рамках юниорского сезона этого года. Для начала посмотрим, что нам Лена подготовила и какой уровень готовности продемонстрирует она в произвольной программе. Короткое впечатление произвела, причем программа короткая, а впечатление вполне может растянуться и на целый сезон. Молодец, Елена Костылева, сделала все здорово. Все классно, пусть даже, да, в концовке уже вне прыжковых элементов была такая парочка небольших затыков, но
кто, скажите, обращает на это внимание, в особенности, когда оценки, которые пусть и выставляются судьями, но никакой зачет не идут.